Администрация города Ставрополя заявляет о проведении аукционов по продаже земельных участков и недвижимости, права аренды нежилых помещений, права аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Полный список текущих аукционов и условий подачи заявок в разделе «Муниципальное имущество, приватизация, аренда, продажа» на официальном сайте администрации города Ставрополя stavadm.ru. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя. Телефон 26 12 18. Здравствуйте, я Анастасия Емцова. Это Информбюро, программа «Чистых новостей». И вот грифы самых главных событий сегодняшнего дня. Гриф воровал или пользовался? Как выжить без света в частном доме со всех сторон, окруженном дачами? В непростой истории разбирался Алексей Форсиков. Гриф «Ложная тревога». Все оперативные службы Ставрополя сегодня в час дня приехали на площадь Ленина. Там должен был поджечь себя неизвестный мужчина. Все подробности в программе «Информбюро». Гриф по-прежнему. Изменений в погоде завтра не предвидится. Подробнее в конце программы. Земля ушла из-под колес. Сегодня на перекрестке улиц Тельмана и Ломоносова в Ставрополе перевернулся джип. Как сообщили сотрудники ГИБДД, водитель Toyota Land Cruiser не обратил внимания на знак «Уступи дорогу» и поехал вперед. В это время по главной дороге двигалась 14-я, которая въехала внедорожнику в бок. От удара Toyota перевернулась. К счастью, в ДТП никто из людей не пострадал. Зато автомобили еще не скоро будут на ходу. Внедорожник на землю удалось поставить только с помощью эвакуатора. Еще раз хотелось бы обратить внимание внимание всех водителей, что при подъезде к нерегулируемому перекрестку необходимо соблюдать внимательность, бдительность, обращать на вывешенные знаки для того, чтобы убедиться в очередности проезда. Новые места в детских садах появятся на Ставрополе в следующем году. Это равноценно открытию 10 новых дошкольных учреждений. Эту тему сегодня обсуждали на заседании краевого правительства. Губернатор Валерий Зеренков предложил внести поправки в бюджет региона и 169 миллионов рублей выделить как раз на дошкольное образование. Это ремонт и строительство новых детских садов. Также говорили в правительстве, с декабря этого года вырастет зарплата педагогов в дошкольных учреждениях практически до 11,5 тысяч рублей. Их коллег по школе тоже ждет прибавка. Зарплаты поднимутся до 16 с небольшим тысяч. И еще. На заседании утвердили законопроект о поддержке сельхозпроизводителей, которые пострадали от погодных аномалий. Он предусматривает субсидии по части затрат на электроэнергию для насосных станций, а также пролонгирование задолженности по лизинговым платежам за приобретенную сельхозтехнику. Гриф воровал или пользовался? Как выжить в дачном поселке, когда отключают дряхлые провода и обвиняют в воровстве электричества? Можно ли стать частником среди дачников? Почти детективной историей разбирался Алексей Форсиков. Провод был отрезан от столба, он валяется. Они проникли на мою территорию, которая начинается от этого забора. И в течение 10 метров проникли по моей территории, отрезали провода на счетчике. Михаил живет в этом дачном кооперативе. Он вместе с беременной женой и маленькой дочкой прописан здесь же. Только особо комфортными условия жизни не назовешь. Здесь нет ни газа, ни воды, а теперь еще и света в его отдельно взятом доме. Михаил уверен, действия дачных электриков во главе с председателем незаконны, потому что он за все платил. Все бумаги на руках, но провода все же оборваны. Я позвонил Зинчук Татьяне, Тамаре Николаевне, и спросил, что со светом. Она мне вообще грубыми словами ответила, что линии ваши уже в плохом состоянии, и она имеет право отрезать их года на два, пока мы не поменяем сами лично за свои деньги линии. У Михаила возник вопрос, почему он должен платить за линию электропередачи еще что-то, когда деньги за ее обслуживание с него берут в счет уплаты за свет. Кроме того, его обвинили в том, что он ворует электричество. Хотя как это понять, не глядя на счетчик, тоже не ясно. У председателя кооператива своя правда. Я вообще никуда не проникала. Аварийная нештатная ситуация, он был предупрежден.
Он вам говорит, дом сгорите, все что угодно. Его отключили, его извещали ранее, извещали потом. Есть одна оговорка. Дом и участок на территории дачного товарищества. Но Михаил в нем не состоит. Что же касается денег, то если верить председателю, наш герой – злостный неплательщик. Значит, он в течение года, вместо 8, он оплатил только 300. Бухгалтер готовит документы к прокурору. Мы расплачиваем каждый месяц, а он оплатил только 3 раза. Но это даже не поэтому. У него просто была аварийная ситуация. Было короткое замыкание, могло все сгореть. Если мы сегодня не отключили, у него сгорел дом, то было бы еще 1000 раз. Чтобы жить дружно, председатель заочно предложила Михаилу простой, на ее взгляд, способ решения проблем. Написать заявление в правление кооператива и вступить в него. И за свой счет переделать проводку от столба до счетчика. Так, чтобы ни один электрик не сказал, что это плохо или неправильно. Есть еще более радикальный метод. Если не хочешь быть дачником, но при этом хочешь жить в поселке с комфортом, заключай отдельный договор. Но от общего имущества все равно никуда не денешься. Закон предусматривает на сегодняшний день заключение договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Да, но тем не менее оплачивать дополнительные расходы, связанные с поставкой, то бишь электроэнергии, там, воды, коммунальных ресурсов, это в любом случае нужно оплачивать. Справедливости ради нужно сказать, провода на столбах в этом поселке далеко не первой свежести. Возможно, их не ремонтируют как раз потому, что за свет платят не все. Но это внутреннее дело данного маленького сообщества. Алексей Форсиков, Андрей Чернов, Информбюро. «Я сожгу себя на площади Ленина». Именно с таким заявлением позвонил в нашу телекомпанию некий Джамбулат. Как выяснилось, сообщил о своем акте протеста он не только нам, но и другим журналистам, и даже написал письмо в правоохранительные органы. В назначенный час 13:00 на главной площади Ставрополя собрались все – и журналисты, и полицейские, приехала пожарная машина и карета скорой помощи. Однако самого виновника торжества так и не дождались. Мужчина выключил телефон и сам не вышел на связь, так что узнать причину самосожжения не удалось. Зато с Джамбулатом теперь очень хотят пообщаться правоохранники, ведь он поднял на уши все экстренные службы. Данное обращение имело дату, время о намерении проведения такого акта 15 числа в 13:00. К этому времени нами совместно с соответствующими службами, это скорая помощь, это пожарная часть, были предприняты меры, и все, так сказать, возможные и невозможные, даже скажу, действия для того, чтобы не допустить этого. К счастью, гражданин, я так понимаю, одумался и не появился на центральной площади в указанное время. Гриф «Родительский долг». Судебные приставы взялись за нерадивых мамаш и папаш, злостных неплательщиков алиментов, теперь будут прославлять на весь край. Их фотографии появятся на баннерах и счетах городских улиц, а также в СМИ и в интернете. Первые опыты приставы уже поставили, система работает. Результаты позорной славы в нашем следующем сюжете. Должник Бычковский Андрей Анатольевич, злостный неплательщик алиментов, задолженность у него составляет 493 тысячи. Играть в кошки-мышки с должниками судебным приставам приходится часто. Найти нерадивого папашу порой непростая задача не только для бывшей супруги, но и для органов исполнительной власти. Сам Андрей Анатольевич, где он находится? Он работает, на работе его ищи. Чего вы ко мне приехали? Что он сказал, здесь он не проживает? Такие истории рассказывают судебные приставы сплошь и рядом. По адресу регистрации неплательщик не проживает. Если о месте нахождения нет никакой информации, горе-родители объявляют в розыск. Вот это все дела по розыску алиментщиков. Как видите, в настоящее время их немало. Больше всего в розыске именно алиментщиков. С начала этого года приставы искали больше 1500 таких нарушителей закона. Чтобы призвать к совести, родители используют разные меры, в том числе ограничивают выезд за границу. Если за папашей долг перед ребенком, отдых в жарких странах ему не светит, за границу не выпустят. Но когда и это не помогает, судебные приставы идут дальше, призывают к совести дурной славой. Фото нерадивых родителей размещают в интернете и на городских баннерах и счетах. Листовки с портретом раздают даже в торговых центрах. Приставы утверждают, первые результаты такой работы уже есть. Пропавшие отцы и матери находятся тут же. Безусловно, данная мера является определенным стимулом для граждан, которые уклоняются от уплаты алиментов и, соответственно, рискуют увидеть фотографии, свои фотографии, размещенные на улицах города, либо в печатных, либо видео средствах массовой информации. Более того, данные фотографии могут увидеть как коллеги, так и родственники, поэтому данная мера является в том числе превентивной и
предполагающий все-таки сознательное поведение наших граждан и принятие мер к тому, чтобы дети получали свои положенные законом алименты на содержание. Но иметь дело с судебным приставом приходится и с более чем сознательными отцами. Олег не просто исправно платит алименты, но и хочет участвовать в воспитании сына. Вот только жена против. Уже не первый день рождения. Мальчик отмечает без отца. Олег оббил все пороги и, наконец-то, суд принял решение. На основании решения суда было назначено четкое место и время встреч меня с моим сыном, куда моя бывшая супруга ни разу не явилась. Я очень хочу видеть, как он растет, участвовать в его воспитании, вместе гулять, дарить ему подарки на дни рождения. Делом Олега сейчас тоже занимаются судебные приставы. Если бывшая супруга не одумается и не пойдет навстречу отцу своего ребенка, проблему вновь придется решать в суде. В дальнейшем должник, препятствующий исполнению решения суда, может быть привлечен к административной ответственности. Также взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением об изменении места жительства ребенка. Нередко после развода супруги становятся врагами, и для мести обидчику в ход идут любые средства. Порой разменной монетой и предметом торга становится ребенок. Олеся Мелехова, Илья Ладин, Информбюро. Теперь туристы, пострадавшие от банкротства туроператоров, смогут получить денежную компенсацию. Подробности в бизнес-блоке у Олеси Мелеховой. Скоро в России появится фонд для оказания экстренной помощи туристам за рубежом. Управлением фонда займется Ассоциация объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Ростурпомощь». Членство в ассоциации станет обязательным условием работы в сфере выездного туризма. Оно будет стоить участникам рынка 0,15% выручки от продажи путевок за рубеж. Сумма выплат должна составить не менее 100 тысяч рублей. Порядок и условия финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам будет определять российское правительство. Создание фонда планируется к ноябрю этого года. Руководителем департамента дочерних компаний старший вице-президентом банка ВТБ назначил Михаил Якунин. Он работает в группе ВТБ с 2008 года. В 2011 возглавлял ВТБ факторинг. На новой должности Михаил Якунин будет отвечать за координацию работы и развитие зарубежных банков и дочерних финансовых компаний группы ВТБ. Многие хлебопекарные предприятия Ставрополья на грани разорения. Причины – рост цен на зерно и повышение тарифов на энергоносители. Об этом говорили на совещании в Министерстве сельского хозяйства края. Участники встречи обсудили различные варианты поддержки хлебопеков, например, дать субсидии фермерам. На 11-м международном форуме «Сочи-2012» делегация Ставрополя представит 8 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса. Их общая стоимость – 57 миллиардов рублей. Среди проектов – производство сухой пшеничной клейковины и крахмалов, комплекс по разведению и откорму кроликов, теплицы по выращиванию овощей. Кроме того, участники от Ставрополя привезут на форум 2 отраслевые программы по производству мяса индеек. Представители нашего края планируют заключить соглашение о сотрудничестве. Форум пройдет в Сочи с 20 по 23 сентября. Власти Ставрополя и курорты Северного Кавказа договорились о включении проекта «Гранд Спа Юца» в состав туристического кластера Юга России. Этот проект расположен в самом центре кавказских минеральных вод у подножия горы Юца. Такое решение позволит повысить привлекательность курортов Юга для туристов. И в заключении курсы валют. Доллар банки сегодня покупали за 31 рубль 45 копеек, а продавали за 32 рубля 15 копеек. Евро курс покупки 38,80, продажи 39 рублей 55 копеек. Курс валют, установленный Центробанком на завтра. Доллар 31 рубль 84 копейки, евро 39 рублей 25 копеек. На сегодня это все бизнес-новости. Я прощаюсь с вами и желаю удачи в делах. А теперь настало время погоды, и я передаю слово нашим уникальным метеоблизняшкам Маше и Даше. Здравствуйте! Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью на территории края около 16 тепла. Завтра в Ставрополе и Намысске облачно с прояснениями, временами дождь. Днем 21, вечером плюс 17. В городах Кавказских минеральных вод пасмурно, возможны осадки. Днем 24, вечером 19 градусов выше 0. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Администрация города Ставрополя заявляет о проведении аукционов по продаже земельных участков и недвижимости, права аренды нежилых помещений, права аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Полный список текущих аукционов и условий подачи заявок в разделе «Муниципальное имущество. Приватизация. Аренда-продажа» на официальном сайте администрации города Ставрополя stavadm.ru.
По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя. Телефон 26 12 18. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый канал СТВ Плюс в Триколоре. Заходите к нам на сайт stv.rf. Смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисторусском интернете. И обязательно звоните, мы поможем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 35 13 45. А у меня все. Вы смотрели Информбюро, программу чистых новостей. С вами была Анастасия Емцова. До свидания. Развлечения для всей семьи. Найди свое в новом медиа-центре «Зеленой точки». Свыше 50 ТВ-каналов в отличном цифровом качестве. ТВ-гид на экране. Выбирай, что нравится. Не успеваешь к началу? Просто поставь на запись. Медиа-центр «Зеленой точки». Взгляни на развлечения по-новому. Узнай больше. 333 333.